Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, поприветствовала участников соревнований по спортивной акробатике на первенство Подмосковья. Знаменитая спортсменка отметила, что школа спортивной акробатики в Старом Городке, основанная многократным чемпионом мира и Европы Владимиром Гургинидзе, это настоящая кузница спортивных кадров. Выступления ребят продемонстрировали высокий уровень мастерства. Сам спорт молодой, многое еще предстоит сделать для его развития, подчеркнула парламентарий.